В Кировском бассейне Быстрица стартовали летние чемпионаты первенства области по плаванию. Летними соревнования названы, поскольку являются отборочными для состязаний, которые пройдут уже на российском уровне в конце апреля за пределами области. В чемпионате и первенстве у нас в городе примут участие порядка 400 спортсменов из Кирова и Кирово-Чепецка. В течение 3 дней они будут пытаться как можно быстрее одолеть различные дистанции от 50 метров до 1,5 километров. Имена самых быстрых кировских пловцов станут известны уже 23 января. Участвуют у нас и мастера спорта действующие, и члены юниорской сборной команды России. Вообще состав участников на чемпионаты первенства Приволжского федерального округа планируется у нас 40 человек.